новый сборник вошли стихотворения 2016 и 2017 годов. И все они о любви, верности и родине. Одна из главных тем творчества – Великая Отечественная война. Владимир Дорофеевич родился и вырос на Кубани. Работал преподавателем в школе «Хутро Рассвет». После ухода на пенсию он продолжает участвовать в мероприятиях сельской библиотеки, Дома культуры и общеобразовательной школы. Поэт читает односельчанам стихи, рассказывает о своей жизни и творчестве. Птицы годы пролетели, свадьбой золотой отпели. Для меня супруга не состарится, с юных лет она мне нравится. На презентации присутствовали многочисленные поклонники таланта народного поэта, его коллеги, друзья и близкие. В этот вечер звучали поздравления и теплые слова в адрес именинника. Творческие коллективы преподнесли музыкальные подарки. В завершении встречи Владимир Гаврилов подарил свои книги с автографом всем желающим. Еще несколько экземпляров ждут своих читателей в библиотеках Анапы.